Здравствуйте, с вами канал Максиманцы, и вместе со мной играет Андрей Пи 2018. Поздоровайся, бля. Здрасте. Короче, только что пришлось заходить в творческий режим. Давайте Андрюхе пожрать. Он у нас здоровье где-то профигал. Ну, короче, сломала я дверь, но ничего, я ее починил сейчас. Короче, это снова карты на прохождение, которые заказываете вы, дорогие подписчики, ну или просто гости канала. Это снова карта от Игоря Че. Называется «Хитрость 2», а первую часть мы проходили в прошлом выпуске. Короче, во-первых, правило. Не ломать блоки, не ставить и не ставить их. Исключение черная шерсть. Внутри нее могут быть бонусы. Играть на сложности легкая, использовать только спаун-поинт. При случае гейм-мод, да, вот мы уже использовали гейм-мод, чтобы дать ему пожрать. Ну и карта до 4 игроков, ну нас двое. Сюжет. Для тех, кто не проходил первую часть карты хитрости, рекомендуем пройти ее. Напомним, я Джеймс, мне 30 лет, я в какой-то день пытался украсть алмазы, но не смог. Меня забрали и посадили. Еще как-то я добрался в то место, где я нашел много и опять... Чего опять? Да, не написано дальше. Подсказка. Кстати, я тут кнопку на потолке вижу. А зачем нам булыжник, интересно, дали? Кнопка на потолке. Привет, Джеймс. И с тобой сейчас говорит твой одноклассник, с которым ты дружишь уже 20 лет. Я буду тебе помогать выбраться из этой камеры и поведу тебя в то... Ох, ё-моё. И поведу тебя в то место, где мы будем спасены. Итак, тут есть белые шерсти. Попробуй их сломать. Окей, окей. Ломаем белые шерсти. Если вы тоже делаете карты на прохождение, обязательно присылайте. Мы их обязательно пройдем. Что там было? Отлично, автор, потом палка. И, конечно же, вот эта вещь. О, прекрасно, пошли. Интересно, кто задумался на потолок рычаг всунуть? Да, кстати, ломать нужно. Так, что-то вот будет. Что будет, я скажу. Булыжники вот нам зачем, я так и не понял. Отлично, молодец, этим рычагом откроет железную дверь. Вот так уже открыли. А, увы, дальше вниз ты не можешь спуститься, тут доска. Так что делай каменную кирку и ломай эту клетку нафиг. А, так вот для чего нам нужны были булыжники, понятно. А нам хватит булыжников? Да, тут как раз три. А, стоп, а, я так понимаю, что нам дерево надо. Решетка. Ну, было... Была, блин! О, там сундук, погоди. Кто-то должен за ним спуститься, я думаю. Ладно, этим был... А, ладно, это тоже можно. Вторая страница лежит под верстаком в этой библиотеке вот здесь. В этой библиотеке. Под столом. Подождите, чего еще раз? Лежит под верстаком. А, под верстаком. А, под верстаком сломает. Окей, а третья страница лежит под кирпичной башней недалеко от этой деревни. Так, кирпичная башня. А, вон она. Кирпичная. О, вот это да. Вот а это где? Башня, бля. Здесь нет, конечно. Проход засыпан гравием. Ничего, гравий для нас не помеха. О, погнали. Так, здесь книга. Итак, четвертая страница находится в каком-то каменном обвале недалеко. Каменном. Каменный обвал. Ой, блин. Ай. Отведай-ка силушки богатырской. Так, вон он, каменный обвал, наверное, вот это. Ну да, похоже на то. О, еще один. Ай. А, вот нашел. Итак, 4.
Блин, а я какую я сложность вообще? Я вообще легкую сложность-то поставил, блин. Опа, они что-то подзыпили. Легкая стоит, да. Так, наверное, я тебя уже... Пятое, оно под плот в той же деревне. Вернись туда, плот. Нам надо в колодец вдруг нырять сейчас. Колодец? Да, в первой части тоже приходилось нырять в этот... в колодец. И там был секретный проход, я помню. Ну что, давай, там где? Я тут. Блин, может быть тут жратвы пособирать в деревне? Мне кажется, там ничего нету. Думаешь? Ладно, поперли. Тут морковка есть, я, наверное, ее соберу. А, и картошка еще есть. Но картошку, правда, надо жарить, так что собирать ее не будем. У нас нет на чем жарить ее. Так, погнали. О. Ладно. А, тут еда есть, Макс. Не спускайся. Ну, а я тоже. Харчей понадобил. Джеймс, а вот скажи, почему тебе нужны эти алмазы? Ради радости, ради лишения свободы, я так понимаю. Так я тогда пока весь хлам, который я накопил в это время, скину сюда. А пока восстановим хпшку. Нихрен! Там был меч, я его взял. Я тут, тут тоже меч. Возьмем еды побольше, мало ли. Остальное тебе оставляю. Ну, окей. А я думал, ты больше возьмешь. Не, я себе оставляю. Зачем вот паутина нам, интересно? Возможно, ладно. Нам понадобится паутина. Мало. Кто знает, кто знает. А, блин, так. Погнали. А. Сейчас я соберу все это. Сейчас, о, понять, пожрать как-то нужно, срочно. Так, вопрос, как-то здесь надо понять, как перепрыгнуть туда можно. А, я понял, зачем меч, кажется, погоди. Мечом можно паутину ломать. Точно. А это что за проход? А, тут ничего нет. Пойдем. Опять лабиринт, походу. А что на этой табличке было? Там ничего не было написано? Это я оставил, просто разгружал инвентарь. А, окей. Класс с чем-то. Так, нет, кто так, я тебе не советую, но все. Найди кнопку и вставь ее сюда. Найди ее надо в левом проходе. А это что за книги? А, это ты выложил книги. Я эти книги выкладывал тут. А, так все, погиб. Кнопка, да? Кнопка, тут еще нить есть. Левый проход, это ж вот левый проход. Опа. Аккуратно, из паутины. Блин, надо паутина. Разрезать ее. Мне очень сильно лень, поэтому идем так. Ну, естественно, тебе лень. Смирись. Темновато тут как-то. Да ладно. Так, здесь тупик вроде, там есть вниз. А, нет. Да. Так, а, о-оу. Ладно, в принципе. Чего там? А, я понял. Ого, и иго черная тут. А, я нашел кнопку. Так, теперь, так, я кнопку. Можешь сломать, у тебя еще раз. У тебя же есть кирка, ломай. Ой. Да, есть кирка, только мешаются тут эти. Ломай их быстро. Ломай, пока я. Ты ломай. Кого ломать надо? А, да, спаунер. Спаунеры, блин. А кого еще? Второй ломай тоже, пока есть. Окей, все. Все. Ой, там криперы тоже есть. Да пофигу. А, все, кнопка у меня есть, погнали дальше. Ай, блин. У меня лоу хп. Так, всё, да идите вы нафиг, я еще и в паутине застрял, блин. Аккуратненько, блин. А там дальше что-нибудь есть? Вот там пауки. А, ну там, наверное, просто спаунер, ничего там дальше нет. Только в дырку сейчас не провались, Макс. Не провалил. Ну, запомню, ладно. Там дырка есть, а там что-то внизу есть. Блин, это же форшип тифайн, я не могу смотреть. Так, а куда? А, я понял, Макс. Иди сюда. Не, мне кажется, нам не надо в эту дырку. Я тоже так думаю. Эть! О, еще и вещи, все пропали. Надо было. Надо keep inventory, наверное, включить. А, хотя в прошлый раз мы, кстати, не смогли его включить.
Короче, тут... Блин, во мне стрела. Телепортируйся ко мне, блин. Сейчас так, раскладку где английская. А. У меня ни тап, ни капсул. ТП. А, у меня капсул. ТП. Вот. Походи. И чё, как нам быть? Ты пропрыгай туда. Молодец, поставь здесь. А ты где? Я тебя не вижу вообще. Я за тобой ровно. Ладно, ну ладно, давай ты прыгай. А может ты spawn point поставишь где-нибудь здесь? Ну просто если я прыгну, у меня пропадут вещи. Сгорят в лаве. Если я spawn упаду туда. Spawn point поставь. Окей, сейчас. Но это, ну, spawn point будет только для меня работать, а, не, а для тебя-то нет. Вообще пофигу. Вроде что он для всех работает, как тебе. Так что помню, три блока, да? Давай прыгай. Да, блин. Тебе чуть... Давай ты пашка себе, блин. Ой, тихо ты, блин. Ну давай, тпшкайся быстрее, вот. Ты погоди. Давай ты вперед пробуешь. Я боюсь. Блин, вещи тебе поскидывать тогда надо. А в чем проблема это взять это. Чего взять? Это, как его поставить правило игровое, что ли? А, мы в прошлый раз пытались, оно не работало что-то. А. Ладно, попробую, но что-то. Нет. Гамми. Руле, кип, ин, вен, тори, руе. Игровое правило кип инвентори недоступны. Может пробел поставить надо? Хотя не должно быть. Не работает. Не получится. Давай ты прыгай. Погоди, я тут это... Решил узнать, что такое шахта. Боже ж ты мой. Судя по звукам, там конец какой-то. А что это вообще было? Что, давай попробуем. Ну, в принципе, автор нормально что-то сделал. Да. Я не помню, как... Почти. Ладно, не беда. Давай допрыжкайся быстрее. Не торопи. Это же вообще легко можно сделать. Нажимаешь... Так сделай. Чего так сделать? Вперед. Так сделай. Да, я тебе... Дай, делай. В чем проблема просто сделать? Телепортироваться, я говорю, легко, опять. Быстро. А не прыгнуть. О, да. Отлично. Так, а тут все пришел под. Так, все, Джеймс, так, TNT, в этом станете обязательно честь, знаете. А, супу. Я думаю, что динамит под красный. Так, давай проверим. А, нет. Я понял, погоди. Они я везде. А чё те попадали? Ты так же делай. Окей. Станец. В принципе, легко так. О, вагонетка. Вагонетка? Я поехали. А еще одна есть? Да, там куча их. Окей. Так. У нас куда-то все видишь. О, ты видишь. О, на улицу выехали. Где, куда? Меня здесь это остановило. Я назад уехал, и как мне теперь? Здесь дальше. Что с ним? Автор подразумевал.
Так, слушай, когда у нас было много проблем с учебой, тебе было тогда 15 лет, то мы только решили воровать, и мы поехали, отбирали по 2-3 изумруда в день, а сейчас теперь я хочу отдать тебе то, что мы украли. Потом мы с тобой попрощаемся, я проживу долгую жизнь, и ты в том числе. А? Так, у меня погрузка чанков не большая, но там башня. Окей. Okay. Походу башня из коренной породы. А нет. Это камень. Так, вот тут кнопка, но факела куда-то и дальше ведут еще. Давай еще дальше пошли, я тебе уже прочитал что. А, это кнопка, а, это текст этот высветился. Точно. Я через Т потом это просто смотрю. Да. Я уже посмотрел этот текст, да. Ни хрена тут башня. И куда же тут надо? Так, осторожно, когда войдешь в этот вход, там внизу щель. А, вот куда факела дальше ведут. А, письмо. Письмо. А привет, Джеймс, тебе пишет полицейский, который тебя посадит. Вот черт побери, куда тебя опять занесло? Придется опять по этим испытаниям бегать. К сожалению, мне пора отойти надолго, так что вернусь и скоро, удачи. Так, ладно. Привет, Джеймс, тебе пишет полицейский, который тебя посадил. Если хочешь выйти на свободу, то обязательно пройди новые испытания. Тут специально тебе сделал ловушку, путь к этим испытаниям. Удачи. Погнали. Нам в башню в эту надо войти? Видимо, да. Только я что-то входов там не... Я упал в пещеру. И вещи все просрал. Ну, ты как обычно. Ну, кип инвентарь не получается у нас поставить. Может, я что-то не так делаю, конечно, что-то оно не работает. Так, мне нужна хилка срочно. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Давай исследуем в нем. Может, под водой где-то вход есть? Не знаю. А там щель, вот ты говорил, там ничего нет? Нет, там просто дырочка такая. Так, ну под водой проходов нет. Вот здесь окно, видно, что здесь окно какое-то, но, по-моему, нам в него не надо. Нам надо по деревьям туда пропрыгать. Там сундук Эндера лежит. Не, прохода в башню нет. Давай залезем через окно, как настоящие люди. Ну, по-моему, это не по правилам, конечно, но давай попробуем. Так, теперь надо додуматься, как туда запрыгнуть. Да без проблем вообще. Ай! Так же, Макс, да без проблем. Так, вот сюда вот, короче, надо. А, нет, вот сюда вот. Да, оп, нарушаем мы правила карты, конечно, но непонятно так. Просто, что куда дальше. Странный эндерсундук. Ой, блин, Макс, ты бы знал. А, стоп, а там где-то под водой, видимо, есть что-то. А, нет, там не под водой. Я без дна упал. А, погоди-ка, мы должны были сюда пропрыгать. По-моему. Откуда? Откуда? Вот надо пролететь, надо сейчас геймод включить и проверить, откуда. Что-то я не понимаю, куда дальше надо. Лучше режим наблюдателя взял бы. Да ладно, лучше ничего. Это чтобы потом оказаться там, где мы должны были оказаться. Ого, да тут еще дофига надо пройти. Что там у тебя? А так, меня ты пошли туда вниз? Это... Нифига себе, да... А, да тут... Да пройдешь, что это тут интересно. Вопросы, оказывается, тут еще перед этим паркуром. А куда надо-то, я не пойму. Так. Давайте дырку проделаем и выберемся отсюда. Я не понимаю, куда надо идти. А, тьфу, ой, я не... Короче, я не понимаю, куда надо. Ты можешь меня вниз-то пошить, нет? А я уже выбрался оттуда.
А куда ты там выбрался? А где вход-то, блин? Я и вот я сам не могу понять, где вход. Продырявим сейчас башню и проверим. Ого, он чертовски под землей где-то. Щель. Может, все-таки надо в щель прыгнуть? Не знаю, давай посмотрим. Но мне кажется, что нет. Конечно, в щель, блин. Там что-то есть такое? Там А-а-а. Дверь. Лохи мы. Лохи конченые мы с тобой, блин. Дверь. Понеслась. Ра. Извините, что мы... Мышь. Вперед. Да, ребята, извините, что мы... Блин, ну ты мне загородил весь обзор. А, там надо было спаунпоинт поставить. Раз, два, три. Так, я спаунпоинт ванткнусь сюда, пожалуй. Я пошел на хутор бабочек ловить. Да, извините, что мы так затупили сейчас, карту всю шарили. Оказывается, надо было в щели, Андрюха говорит, не надо. Не ори. Да ты... Я не орал сейчас. Вовремя ты, конечно, упал. Лаву, я где-то пошёлся. Так, все, так, а ты... Погоди. Блин! Ну ничего, по чуть-чуть мы дойдем обязательно. Да ты... Да чтоб тебя! В щель не надо, еще как в щель надо, блин. Ну смотря еще в какую. Ну ты же видел, что. Ну ты разве не видел, что там микросхемы, вода, которая куда-то ведет? Честно говоря. О, допрыгнул. Телепортируйся, блин. Отойди. А. Так, стоп. Очень аккуратненько. Опа. Упал. Ты близко. Опа. Оп. Ух, враг, как я застал. О, все. А, тут прыгать опять надо. Опять, да чтоб тебя. На время? Да, а тут я спаунпоинт воткнусь сюда, пожалуй. Так, ладно, попробуем. Так, блин, немного отойди в сторону, чтобы я... В плане на время. Ну вот, на плиту нажимаешь, выдвигается блок, и прыгаешь. Ну давай смотри, я нажимаю, ты прыгаешь. А, ну можно и так. Вперед. А-а-а, блин. Давай по новой. Смысл? Все фигня, давай по новой. В смысле по новой? Телепортируйся сюда, блин. А, ТП. Вон. Блин, мне кажется, ты не знаешь, как быстро телепортироваться. Нажимаешь на Т, нажимаешь стрелочку вверх, и там команды предыдущие все будут высвечиваться. Ни хрена себе тут. Это что? Новое испытание. Снова ищи страницы, которые ведут в разную дверь от них. Вторая страница находится под дверью камеры 4. Сейчас можно ломать землю. Под дверью камеры 4. Под дверью. А, вон, все вижу. Макс, приди. Оп. А! Хы! Провалился так, бы туда еще нафиг еще. Отойди ко мне. Ну и что там так, написано? Третья страница лежит под десятой. Чтобы, если так же было, десятая идет. Здесь. Десятая. И это здесь тогда, отойди. А где? Десятая же написано. А этот. Вот. А этот сундук что означает? Рычаг. Ну ладно, по-честному будем. Так, третья. Итак, четвертая под седьмой. Копай седьмую, Макс. Впрочем-то, я уже нашел рычаг, который нам нужен. А, ты уже опять у нас любитель по креативу.
Последний сундучок лежит над камерой 6. Вот я его уже открывал, там рычаг лежит. Все, давай. Так, стоп. Дальше. Так. С какой версии Майнкрафта появился? В какой версии Майнкрафт появился на многих языках? На многих языках? Угу. Что он стал русским и остальные языки? Мне кажется, что 1-0. 1-1. Кошмар. А что сейчас будет? Они нас взорвали? Ой, блин, а ну а нахрена делать так надо было? Это что за вопросы такие? В этом коротком испытании тебе нужно ответить на будет ответить на правильный ответ вопросов. Один неправильный ответ равен активации действительно взрыва всего, что тут есть. Активировался взрыв, и теперь мы дальше не пройдем. Вопросы-то. Все взорвалось. Вот это вот непродуманно, конечно, было. Когда вышла The Sims игра в России? Ну, только остается только один вариант. И он неправильный. И он неправильный. А, сейчас еще больше взорвется. Ломаем дерево, мы никак все не войдем. Так, вопрос 3. Если я туда предыдущий вопрос все скину и весь хлам. А, тут один вариант остался тоже. Так, самый любимый мультсериал автора этой карты Игоря Че. Здесь неизвестно. А я в курсе. Да, чтоб тебя. Да блин, как так-то? Погоди. Ай, больно было. Ну, остался один вариант, который мы уже профукали. И проход уже все равно открылся. Чувак, я вернулся, но тут опять проблема. Полиция приехала ко мне домой и сказала, и не видел ли я так... такого человека, который похож на тебя, они искали тебя, и мне напомнили, что если в течение часа они тебя не найдут, перестанут разыскивать. Про то, что я твой одноклассник, говорить мне стал, так что давай. А еще, кстати, сейчас будет очень длинный паркур, так что готовься к этому, удачи. Да, мы уже этот паркур увидели. О, сундук Эндера не пригодится уже, потому что мы все вещи просрали. Так, ты ляжь на кровати, ага. Лег уже. А тут ничего не видно. Оу. Оу, май гад, был. А, нет, видно. Так, давай-ка. А, спаунпоинт уже так активировался. Жертвы у меня тоже нет. Ай! Выпал из мира, ай-яй-яй-яй-яй. Да. Давай. Зачем такие звуки издавать? Такая неприятность меня сегодня посетила. Да блин! Ты там где есть? Я потерял. Прыгал, блин. Прыгалка малолетняя. Разница теперь. Так, распрыжка. Не малолетняя. Капец, старый, тебя уже песок сыпет. Я всего-то на год младше тебя, блин. Молодец. Их, отлично. Почти получилось у меня. Стой на месте, не двигайся. Да, так и делаю. Молодец. Я тут постою пока что. А, так все-таки я буду прыгать. Вперед. Дальше ли? Прыгать. Был. О. А ты где? Я выпал опять. Ну охренеть. Топашкайся. Сколько мы раз сдохнем за эту карту, не интересно. Да, хороший вопрос. В принципе, это все пройти реально. Да, только очень далеко, настолько далеко, что даже не видно. Опять на одном и том же месте. А еще облака летают. Сейчас я тебе просто пытаюсь, короче. Все. Облака выключить. Ничего из-за облаков не видно. Да, блин, Макс. Нифига ты гоняешь. Ладно, давай попробуй ты. Ты сам знаешь, что у меня с теми лестниц. Эх, как жаль, ну ладно. А, блин, я не туда посмотрел. А ты вниз не смотри. А ты... Опять не... А, блин!
Я дурак. Шикарно, блин. Интересно, насколько ролик получится. Блин. Блин. Охрененно просто. Это, блин, ну что такое, а? Ну, чего стоишь ты? А, это блин! Тоже задолбало. А ты чего стоишь? Двигайся давай, чего встал-то? Ай, блин. Я что-то поторопился. Эть, так, фух. Ровненько, первое. Еще. Ай, да блин. Ты что, будешь перемещаться пока что? Ко мне. Ай, да блин. Макс, ты просто блин, да блин, блин, да блин, блин, да блин. Масленица давно прошла, ты чё? Нет, не такой, блин. Это неприятность меня посетила. Ща, погоди. Ой, давай вперед. О, надоело это уже, вот если честно. Как туда прыгнуть, я не понимаю. Ну-ка, еще раз. Пошел. А, блин. Пошел, пошел. О, есть, наконец-то. О, погоди, погоди меня, погоди. Погожду. Погожду. Так все. Апай вверх. Какой это уровень у нас сейчас? Не знаю. Так, лестница, давай, ты пешкайся сюда. Ну, а если смог... А, мы на 11 высоте, прикинь. Да? 11 высота, невидимо. Пипец, жесть какая-то. Чё, будешь прыгать или мне... Чё делать сейчас? Муравью приделать. Нет. По лестницам я не умею, если не знаешь. Ну, тогда стой на месте, лучше не прыгай. Стою. Время только 3 часа. Да, ровно. Хотя нет, не ровно, с 3 минутами. О! Отлично. Осталось только раз. А вот тут ты пешкайся. Тут я что-то не уверен, что я допрыгну. Так, погоди. Все так. Я типа чекпоинт. О, хоть выше есть. Ну вот я же говорил, не допрыгну. О. Макс, ну ты прям на высоте. О, чекпоинт. Так, погоди меня, а. Чекпоинта. Спать можно только ночью. Тайм. Предлагаю ночь поставить. Тайм сет 1000 или какая он? Помню. А, 12 тысяч. Так, чекпоинт это был. Да ладно, вот по этим прыгать что ли? Сейчас попробую. Ни хрена себе, вот по этим прыгать. А, можно застрелиться? Да? Там еще лучше по стеклу будем. Застрелиться? Пожалуйста. Какая неприятность меня посетит. Блин. Сложно, это отвратительно будет. Достаточно сложно. Ну, знаешь ли. Видимо, автор, этот, как его, как называется, мазохист, во, чтобы по таким прыгать. Ой, блин, за, дальше еще веселее, ну. Да твоим налево. Эть, о, у меня был, Apple. Сбоку надо, наверное, попробовать. Давай, пробуй, дальше.
Ты когда падаешь, знаешь, такой звук, я протяжный. Да давай. Блин. Да ты что такой? Ввожу команду kill, когда падаю, чтобы быстрее сдыхать. Они прочь добежатся. Да блин. Макс, ёлки-палки. А ты там, блин. Господи, что ты будешь делать? Ой, давай это... просто апнем этот левел, а пропустим. Не, я хочу попробовать. До второй надо допрыгнуть. Я просто... Да блин! Это реально, это что-то с чем-то. Капец. Ой, я вижу текстуры. Да блин! Ладно, последний раз. Я делаю проще. Так, да, блин! Все, ну, ну нахер. Надоело это. Я перелечу куда-нибудь. Там, где есть прямые блоки хотя бы, да? Да прямые блоки, да. Иди ко мне сюда. А чё, я хочу по заборчикам попробовать. Ой, блин, извращенец. Я нет, нет, я чеченчец. Что? Ну, честный, в общем. Ой, блин, боже. По заборчикам, да, ты... Блин! Я же говорю, извращенец. Не. Чтоб по такому прыгать. Да по ним попасть нереально вообще. Там еще тепло будет. О, как это бесит. Ты сам пытался пройти-то, нет? Нет, не пытался. Я первый раз реально запустил, вот когда мы... Видимо, автор... Да пошло ну нафиг, я к тебе-то пошкуюсь. Давай, чё. Да, я стыдно ключе. Ага, а что это? А, это прыгнуть туда, говно какое, блин. А, да, спаунпоинт надо тут поставить. Спаунпоинт сейчас втыкаем здесь. Больно, да. Да твои же налево! У тебя есть какие-нибудь другие слова? Ох, блин. Экая неприятность меня посетила. О, стой там, стой там. О. Стоять. Там дверь, по-моему, железная. Так. Ну тут... зомби-то. Так, вот здесь надо, наверное... Это... Ты по что цветя? А, вон облака видно. Блин, это значит выше облаков-то. На, ну я облака выключил, у меня их не видно. У меня видно облака. Давай, прыгай или ты ТП-шка себе, не знаю. Ой, да, походу лучше ТП-шка, да? Сейчас погоди, я снова ТП. Да, прах тут летал сейчас возле меня. Тут... Какой прах? От тебя. Ну-ка, да... Давай попробую прыгнуть, я тебя подтолкну нафиг. Так отойди. Шо... Раз, два, три. Ах, слишком поздно долбанул. ТП-шка себе. Хватит меня долбить, пожалуйста. Я не люблю тебя надолбить. Давай еще раз. Я натурал. Раз, два, три. Опа! Я еще и факел сломал. Давай ты пробуй. Ладно. Блин, автор, я тебя ненавижу лично. В три блока. Да чтоб тебя. Блин, придется. Боже, ой, упасти ты, а. Ой. Ладно. Туда, ТП. Чтоб тебя. О, отдай еб. Автор, я тебя ненавижу. Кем бы ты ни был. Зачем так извращенно это все строить? Я бы понимаю, он бы еще, знаешь, с пути бы... Давай ты попробуешь еще раз.
Ну. А, ладно, я прыгну. Да блин! Я хочу доколупаться до одного тупого существа. Чё, нету больше скелета? Какого скелета? Да блин! Там скелет. А, зато я упал туда, куда надо. Молодец, Макс. Правда, у меня полтора сердечка осталось. Радуйся, что не пол. Не ноль, правда. Так, карман. Карман. Сюда. А налево, направо, куда? Стоп, я нашел рычаг. Макс, здесь все затоплено. Курса. Ничего, ничего, тут есть карманы, которых можно выныривать. Так, ладно, мы подправились. А рычаг для железной двери надо для этой. Стоп, погоди, здесь, а, нет. Еще раз помню. О, я нашел. А, нет, я сундук нашел просто. Я рычаг уже забрал оттуда. А. Ты ищешь железную дверь? Да, я ищу. Забыл, где выход обратно туда. Макс, по-моему, сюда выход. А, нет, здесь тупик, по-моему. Не, подожди, да, там. Здесь. Не, подожди, тут. А, наверное... да, вот он выход, вот он выход, вот. За мной. Вот. Спаунпоинт. Втыкаем сюда. Я уже задолбался подыхать. А, еще и по стеклам по этим прыгать. Извращение, правда? Ай! Ну ничего, не грусти, главное. Выпей, не грусти на 50 грамм. Да-да-да. 40 минут уже записываем карту. Длинная какая. Погоди. Ладно, вот такие места мы будем лучше пропускать, я думаю. А, ты. А, я думал, ты прыгнул, а ты пролетел, погоди. Оказывается. Погоди. Макс, за мной. Здесь да, ай, очень... блин, вообще-то прыгнул. Здесь очень накаленная обстановка. Ой, ну буквально. Нафиг, я-то пошкусь. Чтоб тебя! Чего? А так тут ограничений поверх нет. Ай! Понимаю. Как тебе тоннель? Шикарно! Тепло? Тут оказывается паркур дальше, после тоннеля. Я знаю. А я сейчас пытаюсь что-то сделать. Не понял. Я что, обратно что ли пришел? Или куда? Макс! Ты просто, я через тоннель прошел, ты это время гипнушаком. Я тоже через тоннель прошел, так он в одно и то же место походу идет. Ты в обратную сторону просто прошел. Да? Пошли за мной. Да, я как... Давайте, за слоупокил я сейчас. Опять спать, что ли? А-а-а, погоди, беда. Или мы тут были уже? Мы тут не были еще, пока что. Погнали вперед. Зачем столько паркуров надо было добирать? Прыгай в кровать, блин, болтун. Чего? Прыгай в кровать, я тебе говорю. Вау. Ну не так же прямо говорить. А у тебя геймод что ли включен до сих пор? Я его включил, потому что заколебался дохнуть. О, как я тебя понимаю. Так, стой там, стой там. А, блин, не то, погоди, не то правило, конечно. Вот все, тут-то. Давай тут-то. И ху, блин, опять лестница. Мне сейчас, знаешь, стало интересно, что погоди. Какая высота, какой мы сейчас примерно с тобой? Да нам еще до хрена туда. Нам еще очень до хрена. Там еще две лестницы таких же, я вижу. 41-я высота. А может даже... Твои ставки, сколько, насколько здесь высота большая? Ай, не знаю. Я еще и сдох. Так, 41-я высота была. Все ты понимал. Ой, это что-то, короче, знаешь, что сделаю?
А 160 блоков еще пропрыгать надо вверх. Да, Макс, 160. А мне что интересно, концовка какая есть? Это что-то... Я уже задолбался умирать тут постоянно. Концовка. Ай! Ай! Ты куда ТП что у меня? А, ой, я в тюрьму просто погоди. Мы сюжет сломали. Чего так, сломали? Погоди, стоп, погоди. А, это не... Просто я тебя... господи, я уже заколебался, это серьезно. Ой, не то. Вон что это такое. Ой, все, хватит с меня паркуров, я задолбался. Извините, но я больше так не могу. А, это опять? А, это с окном, это мы тут были, опять чекпоинт. Прыгаем. Пошли наверх. Ладно, будем считать, что я прыгаю. А тут динамит. Динамит я взрываю. Демонстративно, да? Ну просто, типа, ты понимаешь, я пропрыгал ускорительное время. Там в общей сложности 200 блоков прыгать. Куда ж так много-то, блин? Не жирно-то будет. Ай, блин, я застрял под блоком. 200-я высота, блин. Не ругайся. Иди сюда, я тебе сказал. Сейчас я лечу, как... Лечу! Так, внимание, допустим, пусть так ролик про его добивать. Потом в онлайн лучше пойдем. О, я хотел еще выпуск по GTA Vice City снять, а хотя не знаю. Я просто как раз там часа в 4, через часик, полтора уйду, как раз у тебя будет там время поэтому. А, ну, Vice City, наверное, записывать сегодня не буду, буду монтировать это видео в Майнкрафт. Вот лайс завтра можно было бы сказать. Итак, готов? Ну все, наконец-то можно врубать этот режим. Жесткий паркур, ну, жесткий. Это говорит о том, что этот полицейский, это который тебя поймал. Полицейский. Так что, дорогой, слушай сюда. Где ты сейчас ты попадешь в город, где ты хотел с этими кастиками встретиться? Это что такое? Каменная кирка и мда. Каменная кирка и мда. Привет, Джеймс пишет. Я там что, порвало жестко, что ли? Все. Я слово мунда. Привет, Джинс, я вижу твой наглаз. Я понял. У тебя есть опыт? Ой, ты где, прочитай, ты, я не могу. Так, мунда, ладно, чем мунда. Так, привет, Джинс, пишет тебе твой одноклассник или твой друг. Я понял, что тебя обманул тут полицейский, но ты снова можешь выйти из этой камеры. Я тебе оставил тут кирку, ею сломай клетку, тут в городке найди второй дом. Я там же полетели, в общем. Полетели, ай, блин, опять. Опять все сначала, что ли, началось? Ну нет, не сначала, просто то же самое, все. Так, короче, что он там говорил, я... Так, куда? Стоп, второй дом. А второй дом где? Относительно чего второй дом? О, вот этот хороший вопрос, мне нравится он. Потому что вот этот дом? Не знаю, нет. Этот дом уж. А, я нашел. Да? Правда, что ли? Тут изумруды, короче, 7 штук. И книжка. Так, диалог. Покупать, что ли, надо? Так, погоди, привет, опа. Наконец-то ты добрался ко мне. Короче, держи изумруды, они твои, спасибо за нашу дружбу. Мы еще увидимся. Тут возле меня туалет, в него залезь. Он ведет тебе домой. Удачи. Что-то это не похоже на то, чтобы это наш дом был.
Тебе, ну, тебе. Видимо, нас это решили смыть. А нет, пошли факела, вот они, Макс. Факела? Да, факела. Вот иду в финале, может сюда. А тебе пожрать не нужно? Да, вроде нету тебе. У меня 11 морковок есть. Давай мне тогда сюда, иди ко мне. А, я ж в творческом, тьфу ты, думаю. Ах ты, сорвался с какой. А что здесь за прикол, погоди? Я сам что-то не понял. А, так, Макс, не трогай, пожалуйста, иду. Да-да. Отошел. И она не работает? Мне кажется, мы сломали механизм. Да, погоди, Все. Чего, все? Это что, наша нора, что ли, такая? А нет, погнали вниз сюда, Макс, погнали сюда вниз. Да. Ну ладно, погнали. Нам туда, оказывается, не надо было, что ли? Ой. А, чё? Куда? Что случилось? Так, следующая часть будет последней. Спасибо еще раз. Следующую карту страницу автора. ВК, Лат, Поля. Всё. Охренеть, мы прошли карту и даже не получили динамит. Ну а динамит мы получим и так. Взорвем. 40 минут мы проходили. Да больше. Какой? С 50 минут мы проходили. Сейчас просто сидеть с этой картой. Взрываем эту карту нафиг. Я динамитом все закладываю. Все, я отключаюсь, да, с карты? Ну, если хочешь, отключайся, а я устрою тут взрыв. Если захочешь посмотреть на взрыв, можешь у меня потом на видео посмотреть. Потом посмотрю на видео. Че, ты отключишься сейчас? Я уже отключился. Не, я из Дискорда имею в виду. Не, может, в GTA пойдем, а? Ну, сейчас взорву карту. Сейчас как раз вот в GTA чуть катнем, я пойду по делам. В 4, говоришь, пойдешь? Нет, я где-то в 5, ближе к 5 пойду. Я, смотри, грубо говоря, полтора часа есть. Хорошо, хорошо, я понял. Так что сейчас это я пока что это... Офигеть, что ты понимал? У меня трек ровно час из двух проигрался. Ровно час. Сейчас эту карту долбили, бедный. Велпал. Так, ладно, тогда покажу. И я сейчас будет его. Взрыв. Мощный взрыв. Half-Life. О, Дима Half-Life играет. Да, ну взорвать башню полностью вряд ли нам получится. Это будет слишком сложно и долго, поэтому... Вот такая пробоина здесь здоровенная. А, так, а куда же дальше-то? Где предыдущие останки от карты? Останки? Ла-ла-ла-ла-ла. Не знаю я, где они. Раз, два, три, четыре. А, тут факела же идут. Быстрее давай, лети, говно дурацкое, блин. Капец. Скажи время свою ключ? Фразу и при этом еще и взорвись нафиг. На командный блок не взрывается. Ну что, я запускаю GTA-шечку, наверное, да? Ну, если хочешь, запускай, я пока карту взрываю. Ну, я пока запущу сейчас. Там надо будет как раз это с автомастерской немного мне разгрузить. Там что делал у меня, не в проворот, знаете ли. Мы все люди занятые, богатые, знаете, как мы работаем. Хоть яйца, как говорят некоторые. Мне кажется, что у меня центровка магнита получилась, а не катушки. Все оставшиеся тиньки тут взорвем. Ты запись ролик отключил, нет уже? Нет еще. Я должен показать всем, как взрывается эта дурацкая карта. Я думаю, что ты монтаж делаешь красивый. Да зачем тут монтаж? В студии ебаш монтаж называется. Протекло все.
Уничтожаем всю карту, ну просто нафиг. Голограмма. Сколько просмотров в среднем на таких роликах набирается? Ну не очень-то много, если честно. 100 может быть с чем-то. Ну, может и больше. Бывает, да. Так. О, тут скелеты, зомби. Сейчас они отведают силушки богатырской. Ой, блин, бой. Кто-то пересмотрел мультика. А вот куда дальше, что-то я не пойму. А, вот деревня. И самое главное, тюрьма. Мы должны взорвать ее. Ну вот, все. Теперь уж никого из богатырей русских на смех из-за тебя не поднимут. Ну вот и все. На сегодня все. С вас лайкос, подписался, с меня эпичные видосы. С нас эпичные видосы. Если вы тоже хотите присылать карту свою, присылайте обязательно. Ссылка на эту карту будет в описании. Всем спасибо. Что я говорю? Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока. А, пока скажи. Пока.